приехали в город Арм. Вот в этом дурдоме, тут сумасшедший дом, лежал Ван Гог много раз. Именно здесь он себе отрезал ухо. Тут даже где-то, как говорит, она валяется. Вот тут вот. Такой хороший дурдомчик. Он его последователь рисует картину. Начнем с вот этой, да? Посмотрите, пожалуйста, на картину. А теперь обернитесь. Ага. Какой он хитрый. Похож. Это одно и то же место. Он рисовал свой сумасшедший дом вот здесь, стоя на этом месте. Прикольно. Я ставлю там, где Ван Гог рисовал свой дом сумасшедший. Мы можем сказать о том, что он в подсолнухе. Подсолнухе. Ага. Нет, нет, не это хотела показать. Ранние его работы. Ну, скажем так, что он вообще голландец. И рисует свои первые вот он и лежит. Работы очень тяжелыми. Он рисует шахтеров. Это 6 евро картина Ван Гога.